Для 30 юных серпуховичей День Конституции в этом году прошел по-особенному. 12 декабря в торжественной обстановке они получили свои первые паспорта. Сложно сказать, кто в этот день волнуется больше, эти мальчики и девочки или их друзья и родители. Мама и папа сидят в зале, затаив дыхание, держа наготове фотоаппараты. Сегодня их детям, таким повзрослевшим и самостоятельным, вручают самые главные документы – паспорта. Сегодняшний праздник для ребят, сегодняшний день он особенный, потому что они сегодня станут официально в юридическом плане гражданами Российской Федерации. Они утвердят себя как жители и граждане Российской Федерации. Поэтому я могу их поздравить с этим праздником и призову ответственно относиться к документу, который они получат, не терять. Ребятам мы как раз-таки сегодня показали, я считаю, замечательные, во-первых, видеослайды, видеоряд о достижениях нашей страны, да, о красоте и исторических местах нашего города. Рассказали о том, когда образовалась Конституция Российской Федерации, что она значит, что в ней, да. Молодым людям жмут руки представители городской администрации Серпуховского отдела УФМС. Каждый подросток получает не только свой первый паспорт, но и подарки. Разумеется, одним из них становится Конституция Российской Федерации. Если честно, то немного волновался, но потом вышел на сцену. Ну, все прошло. Церемония вручения паспортов стала для Серпухова уже традиционной. Организаторы подсчитали, что такие торжества проводятся в городе порядка 6 лет. И, конечно же, состоятся вновь.